Так, остановились мы вчера. Ой, какое вчера? 2 дня назад. Мумитроль еще здесь. Привет. На боссе, который просто... Эпичность сражения зашкаливает. Просто невероятный босс. Он такой скриптовый. Вот он, босс. Обратите внимание, друзья. Страшный. Место прекрасное. Змей-пожиратель богов. И мы уникальным оружием начинаем сразу... Не успею, а успел. Так. И сажал он меня. Хватит? Хватит, здоровье, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, вторая фаза. Спокойно. Так, а я смогу Олега вызвать? Что за имбище? Это пушка, которая конкретно на этого босса хорошо работает. Посмотрим синематик. Рамиров, аю, здравствуй. В личке уже совет от Фила. Копье можно заточить, да. Много чего можно заточить. А ты примкни к королю змею. Назови его своим продичем. Вместе мы уничтожим самих богов. Да, вот так вот. Да как так-то? Подожди. Ой-ой-ой, плохо. Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, хорошо. Не успею. Да как так-то? Да.
То есть это была фаза. Красиво. Великая руна Рикардо. И воспоминания. Пара новых пушек. Никто не удержит меня в плену. Змей никогда не умрет. $130,000 $130,000 Это самый жирный босс. Почему решил не бить двойным ударом? В прошлый раз читал описание копья. Читал и забыл. К трупу, говорят, владыке надо. Сейчас посмотрим. Ну все, двуручие, это значит от щита мы отказываемся. Он вот такой. Это ты. Дай мне немного времени. Наш владыка слишком велик. Его не так просто съесть. О, Рикард, останься в моем чреве. Я буду твоей змеей и твоей матерью. Однажды мы вместе одолеем самих богов. Третья фаза, то есть еще босса можно бить, да? Что нет, зачем? Ты не имеешь права, тем более ты не имеешь права. О, не-не-не! Блин! Черт! Что, блин? А почему у меня молитва не срабатывает? Ага, мана закончилась теперь. Ничего. Сейчас убьем его. А может нет? Надо! Атрибут рыцаря горнила, дыхание. А как держать ма... я ж не могу. Я ж должен сначала поставить, короче, его в одну руку крест, в другую руку меч. Потом бахнуть так. И пойти работать, понятно. Придется приноровиться к этой механике, к новой, блин. Да. Ох ты, ё-моё. Охотник за колокольными сферами. Блин, здоровый какой. О, нет. Это будет сложный враг. Блин. Ай-яй-яй. То два удара, то три, вот я не... Блин. Он реально сильный. 20 косарей, да уж, здрасте. Ну хорошо, что не потратили. Не потратили дугу. Ой-ой.
Да, я вижу. Нифига себе. Что, поскакали? Ага. Да ты что? Да ты что? Нифига себе! Ой-ой-ой. Нет! Ой-ой-ой. О! Не-не-не-не-не, чуть-чуть же. Спокойно. Угу. Можно проатаковать? Спасибо. Ну и где мы? 80 кадуш. 50 дали. О, щит дракона, драконий коготь. Дальше можно подниматься тоже. Да ладно, нет. Блин. Твою мать, первый повелитель Элдена. Да я не готов. Так, давай. Где наш друг? Ага, у него мувсет похож на рыцарский, только медленнее. Олег, давай. Нифига себе рейндж. Последний бы тот. Ну это же не он, да? Это лопух какой-то халявный. А будет босс нормальный? Ой-ой. Ой-ой, синематик еще показывают. Недостойная, погасшая душа. Что привело тебя к этим тронам? Годрик Золотой. Чудо-близнецы Микелла и Маления. Генерал Радан. Претор Рикард. О, лунная принцесса Рени. Коварные предатели. Все до одного. Thy kind are all of a piece. Pillagers. Грабители, подгоняемые пламенем тщеславия. Такой меч классный. И начертает он твоей что-то там могиле, непонятно что.
убийца король Маргот. Last of all kings. Олег минус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Изи просто, босс. А, это великая руна уже дает? О-о-о. Можно поговорить с ней. Погасшая душа, не есть в тебе ума. Древо Эрд отваживает всех, кто соизволит приблизиться. Мы все покинуты. $120,000 дали. Деяния твои закончатся провалом, как и мои. Круто. Не, ну это было изи, довольно... Мы, кажется, с ним встречались, да? Он же был уже разок. Не совсем с таким прям офсетом, но... Но был. Я пойду. Увидимся с вами завтра вечерком. Благодарю за то, что смотрели. А, может быть, даже завтра и не вечер... А, нет, завтра пятница еще. Тогда да, ориентировочно часов 5-6, приходите завтра на трансляцию. А, может быть, поиграем в Арик, может быть, поиграем в Elden Ring. Посмотрим, как будет по состоянию, по настроению. Но в любом случае будет завтра трансляция. Спасибо большое еще раз, что смотрели. Пока-пока-пока.